Здесь с новостройками соседствуют дома постройки дореволюционной, в том числе памятники архитектуры регионального и федерального значения. Коммунальные и бытовые проблемы не самого молодого жилого фонда усугублялись недобросовестной работой управляющей компании. Жалобы на альтернативу звучали от жителей регулярно. Однако теперь появилась надежда на коммунальное благополучие. Альтернатива не прошла лицензирование, и 241 дом микрорайона Самарский возьмет на обслуживание новая управляющая компания МП «Жилсервис». Относительно ее планов работы было немало вопросов на общественных слушаниях проекта «На связи с губернатором». Вы работаете на проекте альтернативы? Часть альтернативы, часть у нас внутри работы. То же самое, я вас уверяю. Среди других вопросов благоустройства и порядок во дворах. Жители просят помочь с обустройством газонов, сделать детские площадки поинтересней. Бордюры все надо менять, все их нет уже. Газоны все испорчены, машины заезжают на газоны. Если вот сквер Высоцкого, его бы немножечко, вот детскую площадочку там, немножечко вот еще что-то добавить, каких-то аттракциончиков. Вот. Так-то неплохо здесь у нас в сквере, и фонтанчики, и улица Ленинградская почище бы немножко была, чтобы транспорта было поменьше на этой улице. Общественный совет микрорайона собирает все предложения. Кроме того, регулярно встречается с жителями во дворах. В центре внимания насущные проблемы, решения которых не будут откладывать в долгий ящик. В процессе этих встреч мы собираем информацию, наказы или проблемы жителей, их систематизируем. И когда уже у нас запланировано 11 встреч, когда уже будет вот эта вот информация собрана более-менее в полном объеме, тогда ее надо будет проанализировать и уже начинать работу с профильными департаментами и администрацией. Некоторые вопросы у жителей отпали сами собой. Так, горожане ждали ремонта дорог и тротуаров на улице Венцека и Фрунзе. Их отремонтируют этим летом. Решение других вопросов будет контролировать общественный совет вместе с жителями. Именно совместные усилия и стремления власти, жителей и общественников – ключ к решению проблем благоустройства и коммунального хозяйства, уверены в Самарском. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.